Библиотеки Красносельского района нуждаются в ремонте. Из-за недостатка средств предписания надзорных органов не выполняются в полном объеме. Во всех 16 библиотеках района необходимо создать условия для маломобильных групп населения. Серьезного ремонта требует библиотека номер 10. Зимой температура там не превышает 3 градусов. Во 2-й, 4-й, 7-й, 13-й, а также центральной районной и центральной детской библиотеках необходима замена пожарной сигнализации. В прошлом году субсидии для библиотек Красносельского района составили 96 миллионов рублей. Однако строка на ремонт вообще не предусматривалась. Чтобы произвести самые важные работы, пришлось экономить на книгах. К сожалению, при имеющемся дефиците средств на содержание библиотек, а также сокращение бюджетных ассигнований, учреждение осуществило расходование средств на выполнение мероприятий, включенных в перечень распоряжения о программе создания доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Санкт-Петербурге за счет средств, запланированных на приобретение книжной продукции, что, конечно, является неправильным, но другого выхода у нас нет. Для сравнения, Елена Ладыга привела пример библиотеку имени Маяковского в Центральном районе. В прошлом году читатели обратились к руководству города с просьбой помочь в финансировании. В итоге библиотека получила 15 миллионов на комплектование фондов и такую же сумму на ремонт.